А еще у каждого из нас есть право прийти в магазин, взять то, что хочется, и уйти, не отдав ни рубля. Рассчитаться можно потом. Сейчас расскажем, как это сделать. Молодая семья Красновых только заселилась в новую квартиру. Закончили ремонт. Дорого вышло. Теперь надо купить мебель. А вот деньги уже закончились. Нам нужно все. Техника, мебель, ковры. У нас квартира пустая. Но там есть, конечно, холодильник, кухонный стол. Но мы спим до сих пор на надувном матрасе. Молодые люди решили прежде всего купить самое главное – символ семейной жизни – диван или кровать. Они определятся с выбором в мебельном центре «Хофф». Кать, сейчас нам нужна нормальная кровать. Я не высыпаюсь на матрасе. Ну какая кровать? Ко мне подруга приезжает через 3 дня. Я ее что, на кровать посажу? Давай диван, а? Илья уступил. Сегодня они покупают диван. Ему понравился вот этот. Компактный, мягкий, а главное, недорогой. Всего 15 тысяч. Только супруга против. Да нет, к обоим он нам не подходит. Да и для меня он жесткий. Смотри, я хочу вот тот. Вот, видишь? Этот стоит 50 тысяч рублей. Таких денег у молодой семьи нет. Красновым придется копить эту сумму несколько месяцев. Можно, конечно, с покупкой повременить и никого в гости не звать. Но только зачем? Кать, мы заберем диван прямо сейчас. А заплатим попозже, когда я получу зарплату. И все благодаря моей карте «Халва». С ней могу покупать, что захочу и когда захочу. Карта рассрочки «Халва» – это возможность приобрести все необходимое здесь и сейчас, не дожидаясь акций и распродаж. Карту «Халва» можно оформить совершенно бесплатно и расплачиваться ею в большой сети магазинов-партнеров, приобретать одежду, обувь, мебель, бытовую технику и многое другое в рассрочку без процентов и первоначального взноса. Расплачиваясь картой «Халва», вы приобретаете товар по обычной цене, без дополнительных наценок, а возвращаете стоимость товара в течение нескольких месяцев равными долями. Красновы в итоге отдадут 50 тысяч рублей, не рублем больше. Это самый выгодный сегодня способ делать покупки на условиях честной рассрочки. Соблюдай правила и ничего не плати.